На пресс-конференции представители Минздрава края и территориального управления Роспотребнадзора рассказали об эпидемиологической ситуации в регионе. Как отметила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, значительное превышение недельного эпидпорога зафиксировано в категории 15 лет и старше. Эпидемиологическая ситуация у нас в Приморском крае по ОРВИ и гриппу стабильная. У нас, конечно, отмечается превышение эпидемиологических порогов. Ну, это за счет возрастной категории 15 лет и старше. Там у нас наиболее значительно превышенные эпидпороги. Но у нас отмечается снижение темпа прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе. Эксперт подчеркнул, что случаи гриппа в Приморье не зафиксированы и традиционно ожидаются в зимние месяцы. Именно поэтому медики рекомендуют сделать прививку заранее. В поликлиниках для этого сформированы мобильные прививочные бригады, которые могут выезжать на предприятия и проводить иммунизацию трудовых коллективов. На вопрос о распространении инфекции COVID-19 специалисты отметили, что роста заболеваемости нет. В среднем по краю за неделю фиксируется от 11 до 27 случаев. Болезнь протекает в легкой и средней степени. Эпидемиолог рекомендует делать прививку от коронавируса, особенно тем, кто входит в группу риска. Группу риска, которые будут определены, прививать. Кто однозначно будет прививаться против новой коронавирусной инфекции? Конечно же, группа риска неблагоприятного исхода. А именно это в первую очередь лица старше 65 лет. Это лица, страдающие хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистая система, бронхолегочная система, страдающие метаболическими изменениями. Ну и, конечно, лица, которые ни разу не болели и не прививались. Медики напомнили, что помимо вакцинации необходимо соблюдать и другие меры профилактики, чаще мыть руки и использовать антисептики, надевать маски в общественных местах и стараться соблюдать социальную дистанцию, исключать контакты с заболевшими любой инфекцией. В случае, если вы все же заболели, нельзя заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.